Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру, который боролся против диктатора Лукашенко и его прихвостней. И вот и интернет-ресурсы такого канала, как Белсат, заблокированы. И сам фактически Белсат признан экстремистским формированием в Беларуси. Это фактически обозначает, что YouTube канал, все страницы в соцсетях Белсата заблокированы, а все организаторы, участники и модераторы этих ресурсов могут получить уголовные статьи. Фактически для Белсата Лукашенко выдал черную метку. Уголовные дела, может быть, и не заведут, конечно, на простых участников этих соцсетей, но модераторы и те, кто является главными этих ресурсов, будут, конечно, уголовно преследоваться в Беларуси. Хотел бы пожелать Белсату большего развития и улучшения деятельности, чтобы никакие ограничения не повлияли на работу честных журналистов. Белсат, держаться!